FM. Я вышел с вот такой гармошечкой. Как вы думаете, что это значит? Нет, это значит, что с гармошечкой вышел, с гармошечкой и уйду. Друзья, попала она ко мне, эта гармошечка, таким своеобразным путем. У меня был концерт в Ростове, и после концерта за кулисы зашел мужчина, говорит: Геннадий, у меня папа играл на этой гармошечке, он был клоуном, я на ней не играю. Хотелось бы отдать ее в хорошие руки. Я говорю: ну, спасибо, у вас хороший вкус, я возьму. Вот. И выяснилось, что на этой гармошке играли, знаете кто? Бим и Бом, представляете, наши русские клоуны. А гармошечки этой 185 лет, сделана на лондонской мануфактуре, до сих пор вот жива. Я хочу сказать, что сложно на ней играть, друзья. Вот сколько я не пытался, но я человек честный. Я обещал, что гармошечка эта будет жить на нашей сцене. И слово держу, жить она на сцене по-любому будет. У нас, значит, вся родня, она музыкальная, она и на всем они играли, и бабушкины дети все, на всем играли, потому что дедушка у нас был первый парень на деревне, на гармошке играл, и бабушка на гармошку и запала. Бабушка была из богатой семьи, а дед был бедняк. И ей сказали, там Санта-Барбара была, если за деда выйдешь замуж, мы тебя лишим наследства. Она первая дочь. Ее лишили всякой поддержки и наследства, она вышла за него замуж, ну потом, правда, стали уже помогать. И была счастлива. И все детки получились музыкальные. Все играли, пели. Ну и, естественно, у меня тоже не было выбора. Я говорю: пап, нервы сдали в классе в третьем. Говорю: хочу на баян. Он мне отдал на баян. Я, значит, отучился, наверное, 2 недели. И вдруг моего двоюродного брата забирают в армию. Вся родня собралась, все. А дядя, вот, который играет на баяне, что-то он не мог. И он или руку поранил, или что там. И пригласили баяниста со стороны. И баянист наквасился так, а проводы, армия, наквасился так, что его утром не смогли поднять. Нас этим не удивишь, мы же все играем на баяне, даже кто не умеет. Особенно после рюмочки у нас национальная забава. На любом банкете. Меха порвать, да? Пока баянист под столом. Вот. Состояние шока. Рабочий поселок. И тетя говорит: как мы пойдем? Это что за проводы? Все с баяном, а мы? Мы что? Мы? И потом она сама же говорит, а Еночка же у нас играет на баяне. А я 2 недели всего. А я говорю: тетя Валя, я могу только собачий вальс. Неважно. Короче, мы шли с баяном, и я сыграл, наверное, 100 раз, только правой рукой, собачий вальс. Второй дядя мне поддерживал левую руку, потому что я был маленький, в третьем классе баян здоровый. Мы дошли, значит, до военкомата, и тетя сказала: все не хуже людей, с музыкой шли, да? И дядя мне дал тогда 5 рублей. Это был мой такой первый заработок. Мега заработок. И я понял, что профессия это клевая. Я думаю, если еще пару вещей выучить, то деньги пойдут, как карасики. Ну, да. Я потом играл с легкой руки вот моей всей музыкальной семьи. Я потом играл и на танцах, и на свадьбах. Ну, лабухом был. Бывают женщины, как скрипки, бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку, женился на электродрели. Я написал 1500 рисунков, ну и честно написал в начале, в предисловии, что это не рисунки, а вибрации организма. Скажи, пожалуйста, это действительно ты рисовал? Да, да, да. Твоя работа? Никому не люблю платить, все делаю сам. И написал, что это вибрация организма. А если кому непонятно, что навибрировано, то я каждый стишок, каждый рисунок снабжал стишком. Вот, ну, допустим, такого типа. Поднапрягся хакер Вася, гигабайтом всем назло, и напряжка удалась, все зависло, что могло. Или там, 20 лет бросаю камушки в окно, я люблю ее, как Пушкин любил осень, но она не открывает все равно, потому что я ни разу не добросил. Есть и хулиганские, но не знаю, хулиганские можно, нет. Партнерша скату отказала в продолжении, теперь у ската перенапряжение. Партнерша целый год держит дистанцию, и у ската там вообще электростанция. Все хиты юмора на Юмор-ФМ. Включи настоящий праздник.